Hi guys, welcome to my channel Vasya in the Hay. My name is Sergey. Before you start watching this video, please subscribe to our channel, subscribe to my Instagram. There is a lot of things for my Russian life, a lot of photo and video. And of course, guys, if you like what we do, you can support our channel. This is the biggest help from you guys. All information you can find in description. Today's video will be very positive and kind. We will unexpectedly give a dream to this family. We will play them a little bit. You know, I love such stories. I love when people are happy and I get a lot of positive emotions. I tell a little backstory for the people who are watching our channel for the first time. We found this family in a small village. They lived very poorly. This mother was left alone with two children. Children's dad doesn't help at all. And we just wanted to help the children, give everything they dream of. And also we tried to do life much better for their mom. Это признак наглости, необразованности. Это, конечно, расстраивает. Привет. Здравствуйте, там просто это ПДМ по несовершеннолетним. Вот видите, какие милые у нас работники госструктур. Это что? Это что? Серьезно? Так, друзья, купили холодильник, купили пылесос. Сейчас все это будем паковать в машину. Придется только запихнуть его сейчас в машину. Спасибо друзьям, что дали нам другую машину, потому что в мою просто он не влезает. Не хватает буквально 10 сантиметров. Чуть-чуть. Значит, высоты я как-то не подумал. Короче, друзья, мы разделились. Дима сейчас ждет газель. Мы загрузим все в газель, потому что в машину не вошло. А я сейчас еду за подарками для детей. Хочется что-то такое подарить, как-то их порадовать. Угадайте, друзья, что этот холодильник делает у меня? Да то, что мы его покатали сегодня. Проехали мы, наверное, километров 20 на газели, да? 120. 120. 120 километров. И все дело в том, что мы не могли дозвониться до Тани. Когда дозвонились, уже подъезжали, она сказала, что уехала с детьми в лагерь. Вот такие дела. И через 2 недели они будут дома. Так что увидимся через 2 недели. Для нас это 2 недели, а для вас это секунда. Так, ребята, мы подъехали уже. Газель подъехала, так, я чуть-чуть прямо назад отъеду. Сейчас зайдем, немножечко разыграем. Чуть-чуть, ну, самую малость. Здравствуйте, сейчас мы освободимся, там просто это ПДМ по несовершеннолетним ездит, проверяет. Проверяет? Пришли ПДМ тебе? Да, сейчас. Хорошо. Сейчас. Да давай, давай. Так, вот, ПДМ. Здравствуйте. Привет. Не здороваетесь, да? Я думаю, что здесь секс. Ладно.
Чем не здороваетесь? Сонечка, здоровайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, не обязаны ни в коем случае. Здороваться не обязаны вообще. Я сказала вам здравствуйте. Ну, это женщина не здоровалась. Ну, она считает, что первым должен здороваться мужчина, наверное. А мы два раза поздоровались. А, ну, наверное, не услышала. Вот видите, какие милые у нас работники госструктур. Просто потрясающие. В кавычках. Привет. Здрасте. Такие они милые. Ага, всегда все милые. Очень милые. Так, детишки, это вам подарочки. Посмотрите. Милые, положите на полку. Сдирайте. Иди. Сразу, сразу. Ну как ты, Мишка? Пушистый. Пушистый? Большой. Большой? Да. Хороший медведь? Да. Смотрите, здесь к школе все абсолютно, что нужно. Ага. Кепка. Кепка. Кепку привезли. Да, кепка теперь у тебя будет. А это к школе, смотри. В школе меня осторожно. Все, посадите там ручки, карандаши. Много чего. Много чего. Так, держите, тут кое-что. Здесь курицу, угу. Положи в этот в морозильник. Хорошо, спасибо. Ну, это что, есть у тебя морозильник? Но он не морозит. У тебя сломано что? У меня фреон. Пойдем. А, он же не работает. Да, да, да. Ой. На улице вообще. Слушай, блин, неудобно получилось-то. Да проводишь ничего здесь. Прошу, да. Да кто? Ну пушистый. Большой. И тяжелый. Стой. Неудобно. Ты же так. Сказали спасибо. Спасибо. Все, пока-пока. Давай откроем. Мы закрыли машинки? Не выйдем. Сейчас газель мешает. Не мешает? Смотри. Это что? Это что? Серьезно? Холодильник. Ой, нифига себе! Холодильник новый и пылесос тебе. Обалдеть, вы что, серьезно, что ли? Да, тебе все. Классно, спасибо. Да. Нифига. Ну что, вдвоем дотащим с тобой? Конечно, да. Сейчас. Ребят, смотрите, холодильник вам и маме пылесос. Ладно, сейчас мы будем выносить это все. Так, давай. Так, давай, Снежки. Пушистый, да. Давай, как-нибудь сейчас вас поможем запустить его. Ставим, да? Да. Ага. Ты нам дверочки откроешь тогда, Тань? Да, я. Не знаю, залезет он? Сразу же. Теперь нас ставим? Да, по-моему. Да. Блин, как её поставить? Давайте её опускай тогда, может. Сразу же, вот так, приподнимем. Да. И поверим вот так. Так должна зайти. Значит, надо его развернуть, надо ее прыгать. Там на что-то он просто встал. И как раз будет... Нет, не вижу. Сейчас, секундочку. Надо за ним прыгать. Сейчас. Так, давай ставим тогда. А внизу? Вот это низ надо поднять. Слушай. Низ. Сразу, чтобы не поднимать. Все, теперь его надо разбросовывать. Смотри, не испачкай. Да что ты с ним ходишь, ты все. Мягкий? Ну, шути с ним. Я люблю мою косметичку. Хотел кепку такую, да? Черную. Прям по тебе. Да. И... Ва, футболка такая. Прям как раз спалила. Комплект. Вот он еще. Пылесос. Пылесос. Спасибо. О. Я хотел пылесос взять. Да. Поднял. Пусти. Давай, пускай.
Ну, такие большие глаза вам, смотри. Все. Любимчик твой, да? Да, посмотрим. У меня еще один медведь есть. Будем собирать, да? Ну-ка, давай, помогай мне. Не-не-не, на пол. Да? На пол клади. Это? Машинка. Ну, тебе и так машинка у нее есть. Да, у тебя машинка хорошая. Ну, это такая же. А это мамина машинка. Давай. О, нет, сюда, Майкус. Я помог тебе? Да, вам помощник. Так это. А, здесь разные стороны мыть. Да, чтоб удобно было. Ну что, пылесос уже опробовали? Да, вот я его хочу. Я помогаю маме. Как его назовет? Розочка. Розочка? Розочка. Все. Слушай, какой молодец, деловой парень, все отрывает, все смотрит, как вот мужик в доме растет, да, понимаешь? Да, мужчина. Мужик это неуважительно, да, вот да. Мужчина правильно говорит. Я говорю, ты пацан или мужчина? Я говорю, ты мужик. Я говорю, нет, мужик не надо, мужчина. Правильно, хорошо. Мужчина, да. Давай посмотрим, что там внутри. Так. Это что? Ну, это просто вот упаковали, чтобы полочки не разбились. Вот так, все вот, так вот отлепишь. А, такие штучки. Сейчас поставить не сможем, мы дождемся, пока ты утилизируешь этот холодильник. Понятно, да. Вот, и переставим потом его уже на место. Ну хорошо, ну мне помогут, как бы мужчина-то есть, соседи тоже. А, ну отлично. Да, поэтому ничего страшного. Ты тоже, ты вообще основной, не переживай. Ладно, я рад. Спасибо большое. Это не за что. А здесь что? Теперь главное, пылесос будет помощник у тебя, да? Да, 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 то все веником. Тяжело. Да? И имя ей будет помогать, а с пылесосом-то. Полду родов купить. На неделю. Жду схватки. Да? Да. Мне сказали вот-вот-вот-вот. Но сердце ребенка надо слушать. Конечно, конечно. Я хочу поднять. Так что все. Не-не, ты так надорвешься, ты что? А что мне его дала? Ну не, я смогу поднять. Ну вот вырастешь, поднимешь. Чуть-чуть осталось. Лет 10. Ну уже в банку. Ну покажи банку. Ничего себе. А ты ее вот так вот прям посильнее напрягай. Вот так. И кулак вот сюда заворачивай. На себя. На себя кулак. Вот. Видишь, уже больше банка сразу стала. Вот. Молодец. Я тоже называю это банки. Пока я здесь, да. Они со мной, да, потом к бабушке отправлю. Она приедет, заберет их там тоже на 5 дней там. Угу. Ну, на лето ты имеешь? Ну, как на лето, вот пока вот я с роддома, да. Документы туда-сюда, вот и все. Он пока с бабушкой будет. Да, ну, да, отлично, да. Хорошо. Как муж, тебе не появлялся? Нет, ничего? Не появлялся, не помогает до сих пор. Вот. Угу. Не слышу ни слуха, ни духа о нем. Угу. Ясно. Ладно, мы поехали. Да. Рад был помочь. Спасибо большое, да. Ну, там... с подарком мы угодили, да, тебе? Ну, это хорошо. Давай, вот, спасибо. Все, Сережка. Все, мы погнали, давайте. Все, счастливо вам, хорошей дороги. До свидания. Пока, пока, ребят, пока. Еще увидимся. Обязательно увидимся. Все. Если что, ты звони. Мало ли этот гусь объявится, будет, как ты думаешь, хорошо. Себя вести плохо. Хорошо. Все. Давайте. Пока. Ты гулять с ним пойдешь прямо? Здорово. Пока. Все, пока.
Thank you guys for watching this video. Please subscribe to our channel. Subscribe to my Instagram. And of course, guys, if you like what we do, you can support our channel. The best way, it's Patreon. We can text there. Anyway, thank you guys for watching. Thank you for your support. And see you in the next video.